Два года работы и десятки миллионов долларов потрачены впустую. Такой вывод можно сделать по итогам пресс-конференции генерального прокурора США, которая завершилась около часа назад. Уильям Барр подтвердил, что никакого сговора между предвыборным штабом тогда еще кандидата в президенты Дональда Трампа и России не было. Причем эту фразу генпрокурор повторил неоднократно. Спецпрокурор не нашел никаких данных, указывающих, что кто бы то ни было в предвыборном штабе Трампа состоял в сговоре с Россией или координировал с ней свои действия. Белый дом добровольно сотрудничал в рамках расследования спецпрокурора. Президент подтвердил, что в интересах прозрачности он не будет использовать свои полномочия в отношении доклада. Напомню, глава Белого дома имел право ограничить публикацию некоторых сведений из доклада, но не стал этого делать. В ближайшие часы ожидается его выступление. Не исключено, что Трамп проведет специальную пресс-конференцию. Уильям Барр также подчеркнул, что никто из американских граждан не был замечен в сотрудничестве с Россией. Расследование проводил спецпрокурор Роберт Мюллер. Свой доклад он передал прокурору в марте. Конгресс наставил на его публикации. Текст с небольшими купюрами должен появиться сегодня на сайте Министерства юстиции. Однако уже понятно, что никаких сенсаций ждать не стоит. Говорить об этом будут сегодня. В студии ток-шоу «Время покажет» буквально через несколько минут.